Школа без туалетов. По воле одного из подрядчиков, 65-я школа в Майкудуке рискует остаться без туалетов. Ремонт в 12 клозетах еще далек от завершения. У строительной фирмы осталось лишь 5 дней до сдачи объекта. Успеют ли подрядчики и что делать педагогам, выясняла Людмила Батюшкина. Родители пока в счастливом неведении, видимо, будут паниковать 1 сентября. А вот попечительский совет встревожен не на шутку. Один из родителей даже записался на прием к министру. Причина в том, что больше 1600 ученикам 65-й школы некуда будет ходить в туалет. Я не знаю, как можно успеть сделать работу за 5 дней, которая не была сделана за 2,5 месяца. Подрядчик изначально уклонялся от разговоров, от встреч. Если, допустим, подрядчик по вентиляции все открыто с нами общался, подрядчик по ремонту столовой тоже открыто общался, они нам все показывали, рассказывали, мы вместе выбирали тонны красок, линолеума, то здесь он постоянно недоступен и постоянно избегал нашего присутствия какого-то, либо постоянно уклонялся. Бригада, как он говорил, из 2 человек работала. В 12 туалетах нет ни унитазов, ни раковин, ни батарей, ни перегородок. Немногочисленные рабочие еще только штукатурят стены. Мало того, отдел образования поставил подрядчику условия менять трубы канализации методом горизонтального бурения, без копания траншей. Педагоги устали ругаться с подрядчиком. Сегодня он опять недоступен. Он не берет. Успею. Я же уведомление отправил, претензии отправил. Срок до 25-го. Сейчас будем ждать 25-го. Сейчас в данное время на 3 этажах работают люди. Я думаю, до конца месяца успеем, а 75% закончено. Директор школы меж двух огней. Скоро ему предстоит держать ответы перед родителями и перед акиматом. В городском отделе образования пока тоже надеются на суперскорость строителей, но готовятся к худшему. Только мы ему можем писать письма, уведомления. Я понимаю, но потом эти проблемы на ваши плечи свалятся. Да. Ну, что попался это? Такой подрядчик. Мы здесь ничего не можем юридически сделать. У него есть месяц. После просрочки месяц выполнения вот этих работ. Но после окончания договора. Есть где-то в соседней школе распределять детей или на дистанционку переводить? Вот вообще какие варианты вы рассматриваете? Ну, такой вариант пока что не рассматриваем. Если он до 25-го не успеет, тогда будем рассматривать такие варианты. В прошлые ремонты 65-я школа уже была без столовой в начале учебного года. Тогда нашли выход, детям раздавали тормозки. Но как обойтись без туалетов, возмущены в попечительском совете, учитывая, что в школы придут малыши-первоклашки, а у старших в день бывает до 7 уроков. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5 канал.